Дорогие друзья, вновь с вами я, Алена Горецкая, Татьяна, наш дизайнер. В этом году мы сделали очень интересную, очень тематическую коллекцию вечерних платьев. Идея принадлежала Татьяне, поэтому она подробненько сейчас расскажет, что она имела в виду, какую мысль она вкладывала. Но вообще получилось очень замечательно, очень ярко, очень сочно, насыщенно. Тема нашей коллекции очень творческая, очень интересная, яркая. Мы выбрали тематику созвездий, знаков зодиака. Мы постарались максимально точно изобразить 4 различных стихии, 12 знаков зодиака, их отличительные черты характера, темперамента. И вы можете поймать свое платье, то есть купить платье, которое будет принадлежать вашему знаку зодиака, если у вас такое желание появится. Но в то же время, я хотела бы добавить как ремарочку, не стоит останавливаться только на своем знаке зодиака. Возможно, вы по гороскопу Дева, а в душе чувствуете себя импульсивной львицей, поэтому я считаю, что это отличная возможность примерить на себя новую образ. Все вышивки, кстати, были разработаны нашими художниками-декораторами, поэтому были разработаны перчатки, носочки. Все аксессуары в коллекции тоже, собственно, принадлежат нашему модному дому. Некоторые модели имеют конкретно заданный образ, переданный с помощью цвета, фасона, тематической вышивки, а некоторые имеют более лаконичный, собирательный образ, который, опять же, мы можем дополнить с помощью тематических аксессуаров. Thank you.
конечно же, не могли наряду с нашими звездными платьями и с тематическими именно созвездиями оставить без внимания наших романтических девочек, поклонниц бренда, потому что это характерная черта нашего бренда, это какие-то цветочные, нежные, зефирные платьица, поэтому, конечно же, в коллекции вы обязательно найдете и такие платья. Да, и снимаем мы в нашем замечательном ресторане Жюль Верни коллекцию, поэтому наши птички, которые тут поют, нам помогают рассказывать о коллекции. Ну что ж, вы все увидите сами, поэтому... При съемке нашей коллекции ни одна птичка не пострадала. Да. Надеюсь, что вам понравится.